Вот новое у нас занятие. Копаем трубу уже минут 30. Больше. Больше. Она шевелится, но не вылазит гадина. Вот так вот. Туда-сюда, туда-сюда. Хочет, но молчит. Но мы ее все равно вытащим, наверное, сегодня. И сдадим к черту. Продолжаем. Мы поиски. Вот это вот пищало. Ребята, демократ, топорик нашли. Клеймо не видно. Фаберже, по-моему. Оно видно, но его не видно. Одним словом, Фаберже. Вот тут. Вмятина маленькая-маленькая. Ее не видать. Для качества. Ну посмотрим, хорош. Вот такую нашли трубочку здесь. И уходит она у нас вглубь. К Америке. К Америке, ага. Сколько на метров, этому богу известно. И американцам. Ну, будем копать, посмотрим, что. Ну вот, ребята, демократы, за сегодняшний день мы наскребли. Время обед, 2 часа. 104 килограмма, 200 грамм. 200 грамм. Ты доволен своей работой сегодняшний день? Да, уж. Лучше, чем вчера? Лучше, чем вчера. В два раза или в три? Завтра лучше, чем вчера. Вот такая канитель.